сьогоднішньою нашою темою опитування буде Хеллоуін. Як його святкують миколаївці? Запитаємо. Ми не празднуємо. А взагалі знаєте щось об этом празднику? Ну, звісно, але це не наш праздник. Да. Пару лет назад, но... Как именно? Красила волосы в синий цвет, красила себе лицо, все, этого да. хватало. А в каком образе? Какой это вообще образ? Чей? Скелет, ну скелет, только с синими волосами, я не знаю, к чему это было, но было весело. Да, конечно. А как именно, в каком образе, возможно? Образе чертенка. Так, замечательно. Было весело? Да. Мы собираемся гримироваться, пойти в кино, развлекаться, в общем, как современная молодежь. Последний раз с компанией мы были, ну, у нас было множество образов. Я была вместе с моим бойфрендом, мы были вампиры, вампирская пара. Так, замечательно. А вы кем были? Ну, я вообще не праздную этот праздник, так, прямо с костюмами и с гримом. Просто какие-то традиции, там, например, фонарик из тыквы сделать. Мы пока не празднуем. А, возможно, были какие-то случаи, там, разрисовывались классно, компания крутая была в этот праздник? Бывало. Бывало? Да, у нас всегда классная компания. Да, замечательно. А в кого последний раз перекрашивались, переделывали костюмы какие-то? Ты была полицейская, я помню, последний да, раз. Да, это было пару лет назад. Да. Белоснежка была. Белоснежкой была я. Опасная. Так, замечательно. Какие-то там кровавые невесты или еще что-нибудь, такого не было? Мы скромные. А из тыквы вырезали? Конечно, вырезали из тыквы всякие разные страшные рисунки делали, чтобы было пострашнее, поинтересней.